Активных жителей города в пятничное утро на лыжно-роллерной трассе ожидал приятный сюрприз. Для всех желающих была организована акция «Проведи день с чемпионом». Она началась весьма необычно. С утренней зарядки, которую проводил известный спортсмен, олимпийский чемпион в лыжных гонках Михаил Девятьяров. Однако зарядка была лишь частью акции. После нее Михаил провел мастер-класс с индивидуальным подходом к каждому. У олимпийского чемпиона особенные отношения к Лазутинской трассе и городу Одинцово. Именно на этой трассе мои первые шаги были в профессиональном спорте. И уже 20 лет я занимаюсь этим видом спорта. Это родная трасса. Именно здесь я пробежал первые соревнования, занял первое призовое место. И это заинтересовало меня, и я готов всю жизнь посвятить спорту. Для новичков в данном виде спорта лыжероллерная трасса очень интересная. Чаще всего Михаил начинал тренировку с равнины. Это помогает начинающим спортсменам чувствовать себя уверенно. Для профессионалов на трассе хорошие подъемы и длинные спуски. Они могут насладиться хорошим рельефом. С подругами приходим на трассу позаниматься спортом, занимаемся бегом. Вот приходим по утрам на пилатес, на йогу. И просто прочитали в объявлении, что будет проводить зарядку чемпион, и захотелось попробовать. Все участники акции остались довольны и получили положительный заряд энергии на весь оставшийся день. Им удалось прочувствовать олимпийский настрой и пообщаться с великим спортсменом. Кстати, для тех, кто хочет вести активный образ жизни, на лыжероллерной трассе регулярно проводятся утренние зарядки, занятия йогой или пилатесом. Ведь активный образ жизни в Одинцовском районе – это модно. Дарья Сутягина, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».